Чиновники сегодня вновь вышли на связь с населением. Традиционные прямые телефонные линии провели по всей стране. В Минске и горисполком за 3 часа поступило около 50 вопросов. Горожане интересовались приватизацией жилья, капитальным ремонтом домов, подключением новостроек к коммуникациям. В частности, жильцы дома на проспекте Победителей ключи от своих квартир получили еще год назад. Но до сих пор УКС не сдал трансформаторную подстанцию, поэтому не подписан договор с энергосбытом. Но больше звонков касалось повышения тарифов на коммунальные услуги. Объясняла людям, по каким причинам, кому, как увеличивалась тарифная оплата за энергоресурсы, прежде всего, и за воду. Хочу сказать, что много вопросов, которые волнуют граждан. Проведение капитальных ремонтов, в связи с тем уборка территории, уборка подъездов, которые сегодня, это такие вопросы, которые, в общем-то, волнуют людей. Все люди понимают, что увеличилась оплата за эти услуги, и поэтому люди где-то и обоснованно требуют то, чтобы сегодня коммунальные службы работали лучше. Звонков много, но практически все они, как говорится, по делу. Люди с пониманием относятся к лимиту времени на общение с чиновником, поэтому четко формулируют вопросы и также четко получают ответ. По всем обращениям Минский горисполком должен принять решение не позднее, чем через 30 дней. Впрочем, многие спорные вопросы удается снять уже в день обращения. Следующая горячая линия с представителями власти пройдет через неделю.